как хвост змеи. Ничего себе! Даже я такого слова не знаю, а? Игорюшины и груши. Привет, ребят, сегодня мы открываем Скайлера. Точно, сегодня в нашей компании появился Скайлер, и он тоже из мультика Чаггингтон. Вот, он какой? У нас будет Гальс. Это какой? Это как он называется? Он погрузчик или кран? Как он называется? Он, что он? Он называется погрузчик, выгружать. Зак и Уилсон у нас уже есть. Теперь к нам пришел Скайлер. Ну давай, открывай его скорее, пусть друзья его встречают. В прошлый раз открывали. Давай. Давай. Вау, это что, карточка? Оу. Вот чем мне нравятся Чаггингтоны, игрушки, что у них еще есть карточки. У Томаса такого нету. Ну давай самого Скайлера доставай. Конечно. Оу, какой красавец. А вот здесь еще, кстати, на обороте все паровозики, которые нам предстоит еще показать. Не открывай, но я убираю упаковку. Вот такой вот Скайлер к нам пришел. Нет? Да? Да ты уж определись. Вот такой у него есть вот ковш. Он открывается или не открывается? Смотри, погрузчик. Вот он какой, видишь, поворачивается. Кстати, у Дизеля 10 он не поворачивается в игрушке. А здесь он и так, и сяк, еще, по-моему, вот этот может работать. Смотри, еще и эта штука открывается. Вау! Вот это да! А очки у него опускаются? Очки у него не опускаются, а жаль. Или это не очки? Что это такое, ребят? Кто-нибудь знает, что за козырек? Это козырек! Козырек, да? Ну, колеса проверяем. Он Уилсон. Какой красивый паровозик Скайлер. Ну что? За дело! Да, за дело! Эй, Скайлер, как у тебя сегодня дела? Мы очень рады, что тебя достали из душного гаража. И мы будем делать дорожку вот с этим. Да! И нам нужны рабочие машины. И рабочие машины? Да. Эй, Скайлер, ты хотел свою дорожную технику, где она? Вот она, около нашей. Ура! Это та самая техника, которую мы недавно открывали, что ли? Да. Кто там, погрузчик, асфальтоукладчик и транспортер? Да. Ты думаешь, они помогут нам? Да. Мы же рельсы делаем, а они асфальт кладут. Наверное, это совсем другие рабочие. Как вы думаете, ребята? А? Да, мы будем протестировать. Протестировать? Да, это значит работать долго. Ничего себе. Даже я такого слова не знаю. А? Протестировать значит сделать. Или проехать. Игорюша, а кто на карточке изображен? Расскажи-ка нам. Чезвор. Чезвор правый белый. Игорьсон синий. Вауся. И Гайся. И Куко, да? И Куко, да. Точно. Вауся. Ну давай дорогу строить тогда. Ну вот ты тут техники нагнал. Так а что, ничего не делаешь-то? Нам нужно протестировать. Это давай, значит... цепляй все и пусть катаются. Да. Да? Да. Ну, сильнее. Вот, есть. Уилсон сзади будет. Есть. А эти-то что, не цепляются? Команда из восьми. Ну это уже Томас, это уже не про этот мультик. Чаггингтон! Ускоряйся! Что ты дорогу не строишь? Как на той же тарелке. Надо. Ничего себе ты! Может уберем эту технику? Мы решили убрать технику, потому что она нам мешала гонять здесь, да? Мы уже построили дорогу, гоняй быстрее! Как хвост змеи! Ну что? Дорогу мы так и не построили. Помешала нам эта техника. Потому что нужны специальные паровозики типа Скайлера, который умеет на дороге себя железно вести правильно и строить ее грамотно, да? Вот такого Скайлера мы открыли. Пускай он расскажет нашему Уилсону и Заку, как нужно правильно строить железную дорогу. Если
А мы будем прощаться. Выбирай любую. И подписывайся на канал Игорюшин Игруши.